В это воскресенье гость программы «Живи и здравствуй» врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части Витебской городской больницы скорой медицинской помощи Александр Винников расскажет о хирургических вмешательствах и наркозе, видах анестезии и безопасности процесса, современных возможностях, индивидуальном подходе и успехе операции. В рубрике «Формула здоровья» узнаем, чем оборудована операционная, какое современное оборудование есть в арсенале анестезиолога-реаниматолога и что чувствует пациент во время действия анестетика. В рубрике «Спроси у врача» мы зададим самые популярные вопросы о наркозе и выясним, откуда берутся страхи у пациентов. В рубрике «Фитоаптечка» студенты Витебского государственного медицинского колледжа имени Антонова познакомят нас с целебными свойствами валерьяны – растения, которое широко распространено в Витебской области и знакомо, пожалуй, каждому человеку. В рубрике «Медицинский календарь» корреспонденты побывают в обновленном областном центре медицинской реабилитации и расскажут о реабилитационных методиках, новом оборудовании и пациентах, которые проходят восстановительное лечение. И, конечно, нас ждет увлекательная история профессионального пути замечательного врача-анестезиолога-реаниматолога кабинета трансфузиологии Романа Владимировича Антоненко. Смотрите, живите и здравствуйте! В воскресенье 25 февраля в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.